На прошедших 12 марта выборах в Народное собрание парламента республики 17 кандидатов избраны депутатами Народного собрания. По Синопскому избирательному округу номер 5 вновь переизбран Лаша Ашуба. По 9-му Восточному округу депутатом парламента стал Кан Кварче. По Пицунскому округу номер 10 Даур Хутова. Еще 5 действующих депутатов были вновь переизбраны в парламент. По Бзыбскому избирательному округу номер 11 Тимур Бея. Астамур Аршба по Гагарскому избирательному округу номер 12. Алхаз Хагба по 19-му избирательному округу Гудаутский 2, Бебия Винори по Баслахскому избирательному округу номер 27 и Ливон Галустян по Гуместинскому избирательному округу номер 23. По Цандрыпскому избирательному округу номер 14 избран Галус Трапезанян, по Дурипшскому округу номер 16 Беслан Халваш, по Лыхнинскому округу номер 17 Аслан Лакоба, по Пшапскому округу номер 24 Ашот Минасян, по Мачарскому округу номер 25 Инар Сазба, по Дранскому округу номер 26 Адгур Харази. Вахтан Галанзе избран депутатом парламента по Кутовскому избирательному округу номер 30. По Кындыкскому округу номер 31 избран Резу Зантария и по Галскому округу номер 35 Тимур Шергелия. В 17 из 35 округов будет второй тур. Повторное голосование пройдет 26 марта. Так, по первому избирательному округу Новый район во второй тур выборов прошли Инар Гицба и Гунда Квицини. По второму избирательному округу Новый район Дмитрий Халбат и Астамур Герхеля. По третьему избирательному округу Старый поселок Нарсоу Салакая и Хына Думава. По четвертому избирательному округу Северный Батал Айба и Эрик Рштуни. По шестому избирательному округу Центральный Рауль Лолуа и Дмитрий Маршани. По седьмому избирательному округу Библиотека Амиран Какалия и Рашида Айба. По восьмому избирательному округу Маякский Леон Губаз и Наур Нармания. По Гагарскому городскому избирательному округу номер 13 Риваз Беня и Алхаз Барцыц. По Атхарскому избирательному округу номер 15 Алмасхан Барцыц и Бадрик Пилия. По Ацинскому избирательному округу номер 20 Рустам Мархолия и Алиса Гулария. По Новоафонскому избирательному округу номер 21 Натали Смыр и Ахра Пачулия. По Ишерскому избирательному округу номер 22 Фазлыби Авицба и Алмасхан Арзенба. По Губскому избирательному округу номер 28 Димур Гогия и Тенгиз Кокубава. По Чиловскому избирательному округу номер 29 Алмаз Акаба и Астамур Тарба. По Ачимчирскому избирательному округу номер 32 Батал Джопо и Ишсоу Какалия. По избирательному округу номер 33 Тхорчалский 1 Беслан Эмурхба и Дамир Гарзолия. По избирательному округу номер 34 Тхорчалский 2 Тимур Ткибучава и Герман Кочарава. В избирательном округе номер 18 Гудаутский городской 1 пройдут повторные выборы, так как ни Леонид Лакирбая, ни Беслан Таркил не набрали абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. Леонид Иванович Лакирбая, ему буквально не хватило одного голоса, хотя он своего соперника победил на 81 голос. Но недействительных бюллетеней оказалось 82. А по закону от явки зависит общее количество проголосовавших 50 плюс 1. Хотелось бы поблагодарить граждан Республики Абхазия, которые приняли активное участие в данном процессе, несмотря на погодные условия, несмотря на COVID-19. Тем не менее, посчитали, что если есть выбор, надо его реализовать. Новые выдвижения и регистрация кандидатов должны пройти в ЦИКе в течение 2 месяца. Повторные выборы по избирательному округу номер 18 пройдут 14 мая. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.